Сейчас я расскажу вам, как просто начать сотрудничать с Skyeng. Шаг первый. Подать заявку на сайте. Все, что нужно, это ввести свое имя, фамилию, электронную почту и телефон. Обратите внимание, чтобы не было никаких лишних символов или пробелов, особенно в почте. Заявка готова. Нажимаем «Начать преподавать» и переходим ко второму шагу – отбору. Голосовые ответы на 4 вопроса о вашем опыте преподавания, знакомство с платформой, тренировочный урок и заполнение профиля преподавателя в личном кабинете. Вам надо будет ответить на базовые вопросы о себе и своем опыте. Когда закончите, нажмите «Отправить» и переходите к аудиоинтервью. Сначала вам надо будет разрешить браузеру доступ к микрофону и сделать пробную запись. Но не волнуйтесь, она нигде не хранится и посторонний ее не услышит. Кстати, платформа работает круглосуточно, поэтому вы можете записать ответы в любое удобное для вас время. Видите часы сверху страницы? Это таймер. Он показывает, сколько в среднем требуется времени нашим кандидатам для прохождения этого этапа. Поэтому можете бросить себе вызов и проверить свою скорость. И не волнуйтесь, когда пройдет 20 минут, вас не выкинет с сайта и ничего не удалится. Как закончите, нажмите кнопку «Далее». Если вам не понравился ваш ответ, у вас есть возможность подумать и перезаписать его, если что-то пошло не так. Но затягивать с этим не стоит, ведь мы очень ждем ваше интервью. Ответ готов? Нажимайте «Отправить». Когда вы запишете ответы на все вопросы, они сохранятся, и вам останется только ждать, когда методисты их проверят. Обычно этот процесс занимает от 10 минут до 6 часов. Все зависит от загрузки наших методистов. А результат придет на почту, которую вы указали при регистрации. Вам на почту пришло письмо об успешном прохождении интервью? Поздравляю! Начинается второй этап отбора. Это обучение на нашей интерактивной платформе. Мы разработали ее специально для наших преподавателей. Здесь проходят все занятия с учениками. Ежедневно более 18 тысяч преподавателей пользуются платформой и отмечают ее удобство. Мои любимые фишки – это автопроверка домашнего задания. Я не трачу на это ни минуты. Огромная база готовых и современных уроков. Обычно мне требуется 10-15 минут, чтобы подготовиться к уроку, потому что я люблю добавлять свои материалы. Не могу отказаться от этого элемента творчества. А так, каждый урок продуман до мелочей. Вам нужно только его включить. Что я еще очень люблю на нашей платформе. Нет никаких тематических планов и огромных отчетов. Платформа сама считает прогресс ученика. В общем, сейчас я занимаюсь исключительно преподаванием, а не бюрократией. И у меня всегда есть свободное время. Стабильные выходные, а преподавать я могу из любой удобной точки, могу из дома, лишь бы был интернет и ноутбук. А теперь я в реальном времени покажу вам, как он проходит. Представим, что я участвую в отборе в Skyeng. Я уже прошла обучение, теперь мне надо подготовиться к уроку с методистом. О встрече мы договорились заранее. Я вхожу в каталог уроков и нахожу там Training Lessons. Нажимаю «Запланировать». Выбираю в качестве ученика методиста и готовлюсь к занятию. Сейчас у меня начнется урок. Вот так проходит тренировочный урок. На нем важно показать, что вы поняли все про этапы работы на платформе и умеете наладить контакт с учениками. А также методист смотрит на то, как вы выстраиваете коммуникацию с учеником в течение всего урока. Обратную связь по уроку и рекомендации вы получите в конце урока от методиста, а итоговые результаты вы узнаете в течение нескольких дней. Если вы успешно справляетесь со всеми тремя этапами, остается заполнить свой профиль в личном кабинете, составить расписание и начать свой период адаптации к компании. Для оформления в Skyeng вам напишет методист рекрутинга со всеми подробностями. В среднем преподаватели Skyeng получают от 40 до 80 тысяч на стандартном направлении и до 100 тысяч рублей на премиум в месяц. А точную ставку в час по вашему направлению подскажет куратор после тренировочного урока в мессенджере или по почте, где пообщались ранее. Чтобы вы идеально совпали с учеником, важно очень подробно описать. Уровни, с которыми вы готовы работать. Возраст учеников. У нас учатся дети от 4 лет. Свои интересы. А также важно записать аудиопрезентацию, чтобы ученик заранее познакомился с вами. Платформа автоматизирована, так что вам не придется ничего запомнять, никакую гору бумажек, не нужно вести отчетность. Обратная связь для учеников также оформляется автоматически. А все ваши документы надежно хранятся в базе, и доступ к ним есть только у тех, кто работает с преподавателями. Обязательно проверяйте почту, которую вы указали при регистрации, а также папку «Спам» и «Будьте на связи». Это поможет вам вовремя получать актуальную информацию об этапах отбора. Вы обязательно узнаете о решении школы в короткий срок.